Виталич, ну сразу банальный вопрос. Как добрались, как дорога, как перелет? Доехали нормально, все. Ребята пообедали, отдохнули. Решили немножко провести тренировку раньше на час, чтобы еще смогли футбол посмотреть. В целом, как раз мы в это время и будем играть, поэтому никаких проблем не испытываем. Надо готовиться. Это будет нелегкая прогулка завтра. Завтра начинается новый евросезон для Минского «Динамо». Какие ожидания? Ожидания. Я считаю, что как минимум надо проходить 2 раунда. А дальше уже там много зависит от жребия и как попадешь, в каком состоянии мы будем, как укрепимся. То есть много будет от многих факторов, но я считаю, что 2 раунда мы обязаны проходить, как минимум. Что известно о сопернике, плюс вы также лично знакомы с ирландским футболом. Что ожидаете завтрашнего матча? Я думаю, что игра будет боевая. Да все эти кубковые матчи – это всегда борьба характеров. И на первое место выходит даже не твое мастерство, а именно кто больше хочет победить, кто больше будет выиграть единоборств и кто меньше допустит ошибок. Перед матчем вы столкнулись с некоторыми кадровыми трудностями. Насколько сильно они могут завтра повлиять на исход матча? Они у нас уже уже длятся, может быть, около месяца. Испытываем то травмы там. Но я считаю, что мы сейчас имеем в наличии тех 15-16 боевых единиц, которые все равно кто-то травмируется, выходят другие ребята, заменяют. И в целом мы результат достигаем. Но опять же я говорю, что все будет зависеть от того, как ребята настроятся и с каким желанием они выйдут играть. И на первое место выходит именно, я считаю, характер и желание. 2 Саши осталось в Минске, это Чиш и Макась. Насколько серьезно у них повреждения? Саша Чиш в игре в первом тайме получил повреждение. Оказалось, что это перелом 4-плюсневый. И он отыграл еще минут 60 с этой травмы. А Саша Макась, я думаю, еще ему надо недельки полторы, чтобы у него был микронадрыв. В игре, также в игре он его получил. Поэтому, ребята восстанавливаются. По большому счету, 2 человека только травмированы. Все остальные поправились, но еще не все в оптимальных своих кондициях, максимально лучше. Андрей Горбунов также был заменен в прошлом матче. Насколько у него серьезное повреждение оказалось? Потому что Андрей на поле разминается уже. Андрей готовится к игре. То, что я и рассчитывал, он залезал раны и готовится к игре очень серьезно. Вы также знакомы с британской атмосферой поддержки на трибунах. Как думаете, что завтра ждать на трибунах? Антураж какой? Я думаю, что стадион будет полный, но я не думаю, что здесь будет что-то такое сверхъестественное. То, что, например, творится в той же, например, там, в Турции там, или на том же Кипре, например, могло там. Я думаю, будет футбольная атмосфера. В Англии понимают футбол, и здесь могут даже хлопать хорошим действием противника и красивым мячам даже. Если не твоя команда забивает, поэтому я думаю, что все будет цивильно.